Всем привет! Немного про систему подвязки. На 6-метровую теплицу система подвязки состоит из троса. По 2 торепа на одну нитку. Соответственно, 2 зажима. И 2 крепежных элемента. Крепим все на вот такие саморезы. 19-ки под 8-ю биту, вот такую, заранее размеченные места. О, маркер. Да. Сейчас. Ушко крепится на 2, да, самореза? Да. Крепим? На 2 самореза. Все, дырочку. Готовим дырку. А точнее отверстие. Ух ты. Держать надо, да, крепко? Да. Все, и второй сейчас саморез загоняем. И так устанавливаем 4. Что это? Ухо, да? Ухо. Ухо. Пусть будет 4 уха. Все, где металл широкий, там в родные отверстия попадают саморезы. Где нет, смещаем отверстия немножко. Так, сейчас крепим все 4 и продолжаем. Будем крепить вот такой вот металлический трос в силиконовой оплетке. У нас идет, режем его ножницы по металлу, подсовываем его вот под самый корень, тогда они хорошо режут. Но можно это, можно любыми кусачками. Так, начинаем готовить трос, одеваем хомутик. Не, наверное, надо этот, но сюда вставлять. Это на теплицах менее 6 метров используется один туареп, с другой стороны карабин. 6 и более идет 2 туарепа. И вот такой битый его. Раз. Трещотка на небольшом усилии. Ага. Крутим. Тянем. В данном случае, в данной теплице он лег на усилитель. Если не лежит на усилителе, нужно прикручивать ушки, которые будут прижимать трос к арке. Все, протянули, зацепили. Зацепили. Натянули. Вот так вот. Ага. И отрезали. Легко режется? Да. Когда умеешь, все делается легко. Далее. Также одеваем хомут. Торэп уже зафиксирован. Раздвинут полностью. Все, натягиваем. Что у тебя где? А, есть, да? Все с собой. Все, одной рукой подтягиваем трос, чтобы он не провис. И затягиваем. И далее натягиваем один торэп. Если трос начинает провисать, подтягиваем либо тот, либо другой торэп. То есть 2 торэпа дают больше диапазон регулировок. Все, как струна? Да, гитарная. Ну-ка, гитарная. Да, и звук такой басистый. Вот так выглядит система подвязки, так ее монтировать.